Накануне в спорткомплексе «Юбилейный» в Твери прошел хоккейный матч между ТХК «Патриот Тверь» и ХК «Феникс Москва». Спортивное событие было организовано в поддержку участников специальной военной операции. Об этом рассказывает наш корреспондент. Тверской хоккейный клуб «Патриот» был создан в 2019 году по инициативе начальника регионального управления МЧС России Арсена Григоряна. В состав команды входят представители силовых структур Верхневолжья. Она принимает участие в альтернативной хоккейной лиге, ночной хоккейной лиге и офицерской хоккейной лиге. В матче в составе ТХК «Патриот» на лед вышли воспитанники тверского хоккея, действующие игроки хоккейной команды «Тверичи» и несколько звездных игроков континентальной хоккейной лиги. Задача собрать людей, объединить их во имя победы, во имя страны, ну вообще за спорт, за страну и за объединение. Хоккейная команда «Феникс» основана в 2009 году, и за время существования через команду прошло большое количество мастеров спорта, мастеров международного класса. Некоторые из них в настоящее время тренируют клубы континентальной хоккейной лиги, а также выступают в клубах КХЛ и высшей лиги. Вся команда, руководство клуба за такие вещи. Неважно, какой хоккей. Не важно, что происходит. Важно, что мы участвуем в помощи ребятам, которые там. Мы помогаем всячески. От имени губернатора Игоря Рудени, хоккеистов и болельщиков матча за участие в мероприятии и поддержку военнослужащих поблагодарил заместитель председателя правительства Тверской области Владислав Белорусов. Спасибо вам огромное за эту помощь и поддержку. Я желаю вам участия в нашем сегодняшнем соревновании победы. Команда достанется решить сильнейший и судей. А тем, кто сегодня болеет, хорошего настроения и радости. Вырученные с продажи билетов средства будут переданы проекту «Вектор возрождения» на оказание помощи участникам СВО, их семьям, закупку медикаментов, медицинского оборудования для военнослужащих, отправку гуманитарной помощи жителям Донбасса. Как отметила руководитель проекта «Вектор возрождения», главный врач детской областной клинической больницы Анна Зайцева, каждый из участников хоккейного события внес значительный вклад в дело борьбы за нашу родину. Игра завершилась со счетом 2-2. Хоккеисты отметили, что такие матчи должны проводиться на регулярной основе в разных регионах страны. Помимо хоккейного матча, зрители смогли посетить выставку техники, принять участие в мастер-классах. Состоялись показательные выступления юных тверских хоккеистов, фигуристок и черлидеров.